Ордена за заслуги перед Отечеством удостоен самарский архитектор Леонид Васильевич Кудиров. Всю жизнь он работает на благо родного города. Кудиров – автор десятков проектов и построек. Среди них – главный корпус ГАУ, комплекс жилых домов по улице Алексея Толстого. Впрочем, у именитого архитектора еще много нереализованных задумок. Миллионный город предполагает, ну давайте сами вместе перечислим, да, наличие в нем многофункционального концертного зала. Есть у нас? Нет. Конгресс-холла. Есть у нас? Нет. Это, собственно говоря, объекты, определяющие лицо города. Президентские награды вручил губернатор области Николай Меркушкин. Также глава региона наградил лучших работников в сфере здравоохранения, культуры, представителей органов местного самоуправления, госвласти. Я хочу всех вас поздравить с наградами. На мой взгляд, самое главное поблагодарить за ваш труд, за то, что вы отмечены. Многие из вас в своих коллективах, люди, которые вручаются награды, как правило, люди, которые на самом деле заслужили того, чтобы этот труд был и оценен, и как-то поддержан. За последние несколько лет в регионе учреждено 50 новых наград. В этом году появилась еще одна – за заслуги в развитии ветеранского движения. Почетным знаком губернатора награждены 6 человек. Пришел руководитель-созидатель. С вашим приходом изменилась жизнь, изменилось отношение людей к труду. И я скажу, и мы изменились, ветераны органов внутренних дел. Айгуль Зиганшина, Ларис Шалафаст, Павел Пресняков. События.